Привет! Ты же та Ира с Инстаграма? Да. Блин, а ты в жизни красивее, чем на фотках в Инстаграме. Спасибо большое. Слушай, может, пойдем прогуляемся с тобой? Пойдем. Пойдем. Ир, закрой глаза и открой ротик. В общем, сегодня я гулял с девчонкой в парке. Познакомился в Инстаграме, чтобы ты понимал, да? Блин, она мне звонит. Так, отвечай давай. Дорогая, я занят. Перезвони позже. Так, на чем мы там остановились? Соска там туда. А, да, какая соска, я тебе говорю, по-любому мне даст, я вот так жарить буду. Я не скину, брат. Да не, брат, она по-любому порядочная девушка, все нормально. Трахай свою руку, мудак. Вот это соска, пойду подай, дурь. Моя сладенькая сосочка. Я буду только с тобой. How long I've been on the street? Dream about work in my sleep. Okay, I got a lock on the streets. Shout out to T3. And he brought it in cause of me. Блин, ребят, а давайте сфоткаемся на память. Давай, хорошая идея. Все, давай, братан, фоткай, давай. Че, хоть не родные, обнимитесь хотя бы. Ребят, я сейчас буду. Алло, Кристин, тут твой с другой обжимается. Да-да, я тебе сейчас фотки скину, давай. Максон, сделаешь какой-нибудь коктейльчик бодрящий? Ну, ты же бармен. Так. Ща, братух, бодрящий говоришь? Сейчас будет. На, братух, бодряйся, как просил. Да, у тебя что, туалет не работает? Ну да, что ты думаешь, я в памперсе насрал? Эй, тебе за вчерашний мозг. Красном платье, все внимание на ней. Невероятно, танцы тает, словно карамель. Она сочная, как манго, а не плоская. Макс, вы же меня стараетесь разговаривать, а ты скотина в телефоне сиди. Что у нас случилось? Полин, нам нужно расстаться. Я был с тобой только из-за денег. Пока. Макс, как ты мог так со мной поступить? Вот урод! Привет. Привет. Слушай, ты вся светишься. Ты же только недавно с парнем рассталась или нет? Вот ты знаешь, это правда, да, расстались. Да вообще ни о чем был. Денег постоянно у меня просил. Белобрысый какой-то вообще. У меня уже новый давно появился. Да? Офигеть. Кстати, я тебя сейчас не познакомлю. Смотри, да, познакомлю. Ой, дай мне, пожалуйста, денег на мороженое. А, да-да-да, конечно, на, держи. Спасибо. Правда, он у меня хороший? Ага. But gang got the hammer and the rent. Да. Алло, да? Что с тобой? Она меня бросила. Ставь ноги в руки ко мне. Я уже в пути. Между нами грёбка. Спасибо. Так, Максим, начнем с того, что все бабы овцы. Им нужен только секс. Другой намекнет, и все. Да их миллион, миллиард. Ты найдешь вообще. Нет, это единственное у меня. Хотя сам через это проходил. Ой, как вспомнил. В смысле ты бьешь? Вообще-то у меня горе. Seconds, one, two, yeah. I'm seeing it with the picture. Evil mixture, demon splitter, clean whiskers. Знаешь, что это? Она шарашовка. Даже не вздумай. Покажи, что она тебе не нужна. Ну да, ты прав. Алле, ты мне моя, прости меня, пожалуйста, я больше так не буду. Я тебя люблю, дети, ну красавчик. Так и надо. Котенок, я никого дома. Может, приедешь? Еще спрашиваешь? Уже вылетаю. Я самый быстрый человек на Земле. Да ладно, это шутка. iPhone 10, да? Может быть. Реально настоящий, рабочий. Это вот это повезло сегодня. Алло, Макс. Я беременна. Мы же презервативы. Такого не может быть.
Fuck you and your bitch. Здрасте. Деньги, телефон, наушники, забирайте. Забирайте, забирайте. Быстро, блин. Все, пошел вон отсюда. Все, братух. Все, забирайте все, что есть. Вот мы и переехали. Теперь мы будем жить вместе. Ни хрена, у нас дверь железная. Вот это мы переехали. Не говори. Ну что, выпьем за новоселье? За новоселье. Походу перебрали, мы же на новоселье. Да не, я еще могу. А ты чего свистишь? Ты не знал, что это плохая примета? В эту примету я точно не верю. Ты посмотри, ну тапочки Gucci, iPhone 10, Apple Watch, Mac. Ты чё может произойти? Спасибо большое. Больше никогда свистеть не буду. Вообще не соленая, надо посолить. Блин, я рассыпал соль. Это же плохая примета. Что же делать? Так, тут написано, что надо 3 раза бросить соль через плечо и рассмеяться. Ладно, 2, 3. Надеюсь, все обойдется. Птичка влетела в окно. Походу, я тоже птичка. Отсух как Гуч. Вась, сколько ты там еще сидеть будешь? 1.5 часа в этой гребаной бане. Время уже 6, мы опаздываем. Ты сейчас, мам. Все. Ты 1.5 часа собиралась и надела вот это? Мы идем в дорогой ресторан Вали, не на карнавал. Да ты вообще меня не любишь. Ты никогда меня не принимаешь такой, какая я есть. Boxing in the whip, I don't even smoke, but we drunk, boxing that it. Дорогой, и тебе не кажется, что меня как-то странно смотрят? А? Люди странно смотрят? Ты себя видела? Пожалуй, одна здесь посиди. Алло, мама! У меня бизнес-встреча. Да, все хорошо, сейчас дело оказывается. Давай. Привет, потому что... дорогой. Да, привет. Это знакомство, это... Let me hop out the motherfucking Porsche. I don't wanna if that ass don't sit like a horse. I be ballin' on these niggas, got me feeling. Девушка, я же вижу, вы хотите познакомиться с таким мужчиной. Я перепутала нож по любому. Одеваюсь, выхожу, да? Уф, вот это боль! У меня жесть, антиполицай. Блин, Сай, прости, пожалуйста. Чем тебе так вкусно пахнет? Это новые духи? Валь, ты что? Ты же просто антиполицай. Максим, а какая у тебя любимая еда? Слушай, я люблю суши, но больше всего обожаю лук. Блин, как я сейчас не поеду, от меня ж воняет луком. Слушай, я на пару минут в уборную, сейчас вернусь. Ты меня должен спасти, и в этот раз.